Всем привет, с вами Рейвен. Сегодня мы продолжим проходить игру под названием «Игра престолов». Шестой эпизод, последний. Они могут жить в моем новом мире или умереть в своем старом. Ох. В прошлый раз я выбрал Родрика, хотя хотелось Ашера. Я подумал, что так будет правильнее. Потому что все-таки тот лорд. И собирался еще жениться на той женщине, я забыл, как ее зовут. Previously on Game of Thrones. Ох, Ашер, Ашер. But now I realize it might be far more entertaining to watch Lud tear you to pieces. Last house standing wins. You have a good head for business, Lady Mira. What you need more than anything is an ally. I have to get in there, Sarah. Look, I can't get you in. Marjorie's already furious with you. You owe me for this. You're not a leader. You're a wounded soldier trying to prove he's still a man. Он подонок настоящий, из-за него все беды. Ашер, по сути, умер из-за него. Tell your uncle. Tell him. The North Grove must never be lost. Очень скоро все закончится, как так? 5 эпизодов очень быстро прошли. Финн еще умер. For the North Grove. Go, Roderick, I know what I'm doing. Ну вот, я выбрал Родрика. Iron from ice, brother. Потому что если он поженится на той женщине, то у них войска дополнительные. Хотя вряд ли это будет на что-то влиять, наверное. Особо-то. Боги. Видишь что-нибудь? Это Северная роща? Пока не знаю. Символ форестеров. Похоже на деревья Железнолесья. Услышишь шепот чар древа. Ни разу не видел чар древа так далеко на севере. Северная роща, пред ним сыпным взором ледяного дракона. Ледяной дракон. Прокомментировать не хочешь? Должно быть оно. Мы близко. Вроде бы нашел. Нашел? Ты уверен? Мы больше не можем терять времени. Я нашел ее. Перед неусыпным взором ледяного дракона, точно как сказано на карте. Слышала, да? Мы должны быть недалеко. Надеюсь, ты прав. Не знаю, сколько еще он сможет пройти. Нужно продолжать двигаться. Его раны становятся все хуже. Горит, горит, словно седьмое пекло. Послушай, Гаррет. Знаю, я не очень хороший парень. Там вроде что-то, что может тебя убить. Но ты всегда прикрывал меня. Если что-то случится, я хочу, чтобы ты бросил меня. Подай Сильвии, не оглядывайся. Обещай мне, Гаррет. Сильвия этого не позволит. Поэтому это должен быть ты, Гаррет. Пойми, Гаррет. Если я умру за Сильвии, должен кто-то присматривать.
I know she's stubborn and proud. Хватит так говорить. But she's a good person. Stop talking like that. Ты не умрешь. Do, несмотря на это, она все равно моя младшая сестра. Если меня не будет рядом, чтобы защитить ее, я должен знать, что это сделает кто-то другой. Что ты делаешь? Я нашла. Что-то там. Он ядовит, но в малых дозах может помочь от боли. Это может помочь Коттеру. Да, правильная доза может ему заодно... Поможет ему заодно успокоиться. К счастью, я знаю, что с ним делать. Поможешь? Так. Это было слишком просто. Вы это видите? Тут огромный медведь, что ли, какой-то. Чтобы это не сделано, должно быть огромно. Отметины от когтей. Боги. Туша. Еще не замерз, должно быть убит недавно. Он был разорван на части. Что здесь еще? А вот и чердрело. Гаррет. Бежим. Дрянь. Нужно пересечь лед. Коттер, идите, я отвлеку его. Вперед. В сторону. Гаррет, беги сюда. Поднимай меня, малявка. Пусть он утонет. Бегите. Седьмое пекло. Идем. Ну давай, пойдем. Может, в северной роще люди какие-нибудь обитают? Или типа того? Ты был прав, Гаррет. Это она, что ли? Должно быть, это северная роща. Мы нашли ее. После всего пережитого мы наконец-то нашли ее. Сложно поверить, что она настоящая. Глядите. Кто бы они ни были, они помогут нам или что? Поспешим. Там люди. Гаррет. Бежим. Помогите нам.
Сделайте что-нибудь. Хайвис. Хайвис? Что? Подождите, нет. Я Форестер. Я был оруженосцем у лорда Грегора. Так бы убили. Этот медведь, наверное, охранял вход в пещеру. Может, этот мужик им управлял? Довольно странно. Последний раз я это вижу. Больше эпизодов не будет. К сожалению. Пусть хотя бы все хорошо закончится. Это постоянно кто-то умирает. Ледяной дракон. Сейчас отчитывается еще Мира Форестер. Может, она умрет в результате. Кто знает. Мне кажется, они сейчас откроют. Ладно. Пожалуйста, леди Маргари. Прошу вас, не отправляйте меня обратно в Хайгарден. Наконец-то ты почтила нас своим присутствием. Я уже начала думать, что ты нашла, кому еще послужить. Прошу прощения, если заставила вас ждать. Я пришла быстро, насколько смогла, миледи. Я разберусь с тобой через минуту. Ты хоть понимаешь, какое положение перед Серсеей? Конечно, миледи. Из всех людей в королевской гавани ты решил украсть у королевы Бригетты? Я не ха. Ты знала об этом? Сара ворует вино. Она постоянно, что ли, ворует? Это не похоже на Сару. Разве? Не могу даже представить. Да ну, половина слуг в замке говорит об этом, а ты ни слуху, ни духу. Прости, я не должна была заводиться. Просто мне нужен порядок в моем окружении. Пока я не выйду за Томмина, я не могу допустить больше ни одной ошибки. У меня нет выбора, кроме как сменить моих служанок. Прием Томмана в саду, Мира. О чем ты думала? Не могу поверить, что вы так поступили. Вы поступили так безответственно. Мы совершили ошибку. Это было срочное дело. Люди рассчитывали на меня. В других обстоятельствах я бы вас ни за что не подвела. Уверен, у тебя были свои причины, Мира, как и всегда. Хотя бы насчет этого ты честна. Сара сказала мне ужасные вещи о тебе, Мира. Стукач! Я ждал, что она попробует спасти свою шею. Миледи, пожалуйста. Ты сказал достаточно. Одна из вас должна ответить за это.
Сара сказала, ты использовала его, чтобы попасть на прием. Ты была со мной долгое время, Мира. Будучи королевой, мне нужны будут люди, на которых я могу положиться. Пожалуйста, скажи мне, что это неправда. Мира, прошу, я не могу вернуться в Хайгарден. Это правда, ладно? Сара говорит правду. Это уже давно назревало, Мира, но все равно разбивает мне сердце. Я ведь желала тебе только добра. Я смирилась с твоими интригами. Я старалась помочь тебе и твоей семье, как только могла. И ты отплатила мне этим. Чувствую себя преданной. Так, просто знайте, что Сара невинна. Простите меня, я справлюсь. Поставьте себя на мое место. Поставьте себя на мое место. Не говори мне, что бы я сделала или нет. Считай, что ты уже не моя служанка. Но она миледи. Убирайся. Мира, подожди. Отвали от меня. Мне так жаль. Она была так зла, я не знала, что еще делать. Ты спасла меня от ссылки домой. Не могу поверить, что ты сделаешь ради меня. Пошла ты. Это дорого обошлось. Но что сделано, то сделано. Она запомнит. Но все равно спасибо тебе. Я понимаю, ты не была обязана. Хотела бы я, чтобы все вернулось по-другому. Но похоже, это прощание. Желаю тебе и Тарвику счастья. Спасибо, Мира. Я пришлю тебе приглашение. Должен кое-что сказать тебе, кое-что, что я услышала. Тебе ходят мерзкие слухи. Слухи? О том, что ты убил стражника Ланнистеров. Я подумала, ты должна знать. Спасибо, Сара. Будь осторожной, Мира, ты теперь сама по себе. Родрик. Чертов Вестерос. Был рабом всю жизнь, никогда не был так адски голоден. Мы прошли несколько деревень, нужно было нагрянуть к ним. Мы прибыли сюда не за тем, чтобы красть у фермеров. Попасть в засаду мы не собирались тоже. Но планы изменились. Не могу поверить, что моего братика больше нет. Все, чего хотел, этот безнадежный дурак вернуться в Вестерос сражаться за свою семью. Говорил ему, что это глупо, что ничего хорошего не будет, если мы пересечем узкое море. Но он все равно это сделал. Все ради семьи, которая изгнала его. Он никогда не отказывался от своего имени.
Думаю, не было ни дня, когда он забывал об этом. Что ж, может, ты и прав. Потому что не было ни дня, чтобы я не думал о том, как отомстить Уайтхиллом. Ну, думал, наверное. Мне все кажется, повернусь и увижу его скачущего рядом, смеющимся над тем, что из всех людей мертв именно он. Но вот я поворачиваюсь, и это всего лишь ты. Без обид. Я никогда не забуду его жертву. Asha died to save my life. I'll never forget it. He was a caring. Он был заботливый идиот. Этого у него не отнять. Он и я, мы сбегали из Аренраса и напивались медовухи с дочерьми лавочника. Он мог пить как рыба, а я так быстро пьянел, что ему приходилось вести меня до дома. Однажды он даже нес меня. Вообще-то мы делали то же самое, разве что это был валерийский огненный виски с дочкой мясника. Он был хорошим младшим братом, верно? Ага. Если я что-то еще и сделаю в своей дрянной жизни, так это заставлю этих ублюдков заплатить. Тебе будет шанс отомстить. Уайтхилл раскрыли свои карты, теперь они придут за нами. Но сначала Родрик должен исполнить свой долг. Он должен рассказать матери, что она потеряла еще одного сына. Родрик. Я так волновалась. Ты вернулся, я знал, что так и будет. Родрик, где твой брат? Я не понимаю, Ашер не пришел. Гриф убил его. Griff got to him first. I'm sorry. No! Нет. Easy. Спокойно, я держу вас. Эти звери, эти чудовища. Monsters. Родрик. Милорд, они гордились Ашером. Так. Обратите вашу скорбь в ярость. Ашер is dead. Murdered. But we must alter our grief to rage. And turn that rage on House Whitehill. For it is they who took him from us. They didn't do this to us. Они напали на нас, они напали на вас. Ашер привел нас сражаться, но Ашер мертв. Грядет не война, а резня. Нет, если надеетесь на честный бой. Бах. Думаешь, мы не видим разницы между силой и слабостью? Твои люди дрожат от страха, твои стены сделаны из дерева. Что мешает нам взять, что нам нужно, и свалить из этой поганой дыры? Еда, золото, оружие. Ты обещал Ашеру, подумай, мы нужны тебе. Попробуй, я лично тебя прикончу. Ты не справишься даже со слабейшим из нас. Почему бы меня не проверить? Фа, он совсем не похож на Ашера, и вы совсем не похожи на настоящую армию. Но ты хочешь, чтобы мы сражались, как она. Все, чего я хочу, это чтобы вы подчинились своему лорду, он не наш лорд. Прояви уважение. Война грядет. Ты понимаешь?
Если начнем драться между тобой, мы все покойники. Если не будем доверять друг другу, то мы покойники. Либо мы объединимся, либо Айрон Расс будет последним местом, которое мы все увидим. У меня сообщение от леди Гвин. Гвин? Гвин Уайтхилл? Что она сказала? Они в пути. Они будут у наших ворот с наступлением ночи. Просто охренительно. Пожалуйста, сохраните спокойствие, пожалуйста. Так, соберите оружие. Лучше укрепите наши стены. Никто не выйдет и не войдет. Грядет война. Северная роща. Он лжет. Взгляните, он ворона. Он не представляет Форестеров. Ни разу ворон не забредал так далеко на север от стены. Наверное, дезертир. Я не верю странным дезертирам. И ты путешествуешь с одичалой. Которой нужна помощь. Судя по виду, твой друг умрет. Похоже, они ничему тебе не научили в Черном замке. Я мог бы убить вас еще там, так же легко, как могу сейчас. Он варк. Медведи такие, как ты, нравятся даже меньше, чем мне, так что я предлагаю тебе заткнуться. Твой клинок пронзил его плечо, и я почувствовал его боль, как свою собственную. Ты представить не можешь, каково это больно. Но я могу заставить тебя понять. Довольно, Йосера. Он утверждает, что служит дому Форестеров. Любой может сказать то же самое. Ты можешь это доказать? У меня кулон. Это печать Форестеров, сделанная из железной древесины. Харайт, ты веришь этой вороне? Этот кулон из железной древесины Форестеров. Никто более не мог так искусно ее обработать. Мой друг ранен. Он долго не протянет без нашей помощи. Хей, Вис. Стойте, куда вы его забираете? Кто эта девчонка? Она твой пленник? Сильви мой друг. Одичалая. Я говорил, что нельзя ему доверять. Она предаст тебе при первой возможности. Я думал, они тоже одичалые какие-то. Меня зовут Эльсера Сноу, а это мой брат Йосера. Что это за место? Убежище от сил тьмы во время долгой ночи. Место великой силы для тех, кто сумеет ей воспользоваться. Полагаю, именно за этим вы здесь. Ты забрел далеко от дома, не так ли? Мой дом в опасности. Теперь Болтона — это хранители Севера. С тех самых пор, как лорд Грегор пал у близнецов, что ты имеешь в виду? Как лорд Грегор пал? Лорд Грегор был убит у близнецов несколько месяцев назад. Предан Уолдером Фреем. Вы не знали? Конечно. Откуда? Он понятия не имеет, кто мы такие. Откуда ему?
Ты права, он лишь посланник. Он просто воспользовался кулоном из железной древесины, который ему дали. Почему мы вообще должны ему доверять? Очевидно, нет. Я рискнул всем ради этого. Я покинул ночной дозор, нарушил клятвы, сражался с одичалами. Во имя богов я заслуживаю знать. Мы должны доверять клятву преступнику. Может, лорд Грегор никому не говорил. Я бы не удивился, лучше похоронить свой позор там, где никто никогда не найдет. Упыри. Это дар, данный мне рощей. Я управляю этими воинами. А что насчет них? Что? Нет, пустите меня. В черном замке тебя научили сражаться? Надеюсь, что так. Отпустите Сильви, и я помогу. Я знал, тебе нельзя доверять. Может, это тебя следует связать. У нас нет на это времени, мертвецы идут. Я развяжу ее, она должна быть под присмотром. Одного воина меньше, так что я надеюсь, что ты умеешь драться. Спасибо, Гаррет. Не за что. С ними что-то не так, Гаррет. Эти воины, они не похожи на обычных свободных людей. Ни на кого из тех, что я видела. Готов? Да. Думаю, на этом можно закончить. Пока.